Здравствуйте. Госавтоинспекция, майор полиции Громов. Ваши документы, пожалуйста. Можно вот это убрать? Ну, пока уберем. Ну вот вы уберите сначала. Анна Владимировна, вас не снимаем. Основание вашей остановки под действием данного дорожного знака 327. Остановка, стоянка запрещена. Анна Владимировна, можно какие-то альтернативные места найти. Где-то во двор, где-то на стоянку, где-то подальше. Вон стоянка охраняемая стоит. Там не было места. Где господин Парамонов написано. Под каким знаком? Остановка, стоянка запрещена. А где знак? Честное слово. В настоящее время в городе Твери функционирует система эвакуации транспортных средств, припаркованных с нарушением требований правил дорожного движения. Как правило, это в тех местах, где автомобили, поставленные под знаки, затрудняют передвижение других транспортных средств, когда они оставлены на остановках общественного транспорта, на пешеходных переходах. Штраф за данное нарушение 1500 рублей. Автомобиль уезжает на охраняемую стоянку. Сотрудникам ГИБДД оставляют соответствующие материалы. В случае, если гражданин не обнаружил свое транспортное средство в том месте, где было оставлено, необходимо обратиться по телефону 102, либо в дежурную часть госавтоинспекции 5804-00, выяснить, что действительно автомобиль был эвакуирован за то или иное нарушение правил дорожного движения, после чего необходимо прибыть в дежурную часть, либо в группу по исполнению административного законодательства, по адресу Волоколамский проспект 7, корпус 3, где сотрудникам будут оформлены необходимые документы, составлен административный материал на водителя, допустившего нарушение требований правил дорожного движения, после чего будет выдано разрешение на выдачу автомобиля. Далее необходимо посетить охраняемую стоянку, где, оплатив соответствующие услуги, тарифы утверждены правительством Тверской области, соответственно, забрать свое транспортное средство. Госавтоинспекция Тверской области обращается к участникам дорожного движения не допускать таких нарушений, не допускать оставления автомобилей в местах, где оно затруднит движение другим транспортным средством, на остановках общественного транспорта, на пешеходных переходах, либо ближе 5 метров до них. С этих, всех этих мест автомобили уезжают на охраняемую стоянку. В среднем до 30 автомобилей ежедневно эвакуируются.